Шайбу! Шайбу, шайбу! Шайбу, шайбу! Ты же всегда хотел быть мужчиной сильным. Для этого мало просто заниматься спортом. Запомни, брат, что пацана в мужчину превращает хоккейная форма. Один щиток шлем, еще один щиток граги. И не забудь щиток тот, что между ног. И твоя клюшка верная подруга в пулю превратит шайбу, не оставив шансов ни врагу, ни другу. Это хоккей, это бой. Бей шайбу с верту, это удар твой. Если даже нас осталось в поле трое, не проиграем мы тупику. Это хоккей, это бой. Чаще используй прием силовой. Мы проходили и пройдем победным боем. Отвечаю, команда станет чемпионом. Соперник, не думай, я тебя на борт бросит. Это обычно происходит очень быстро, очень жестко. Вдобавок в ухо скажет четко, что ты игрок плохой и в общем нехороший парень. Но это не должно тебя парить. И не бросай краги, не допускай драки. Сжимай клюшку крепче и бросайся в бой смело. Вопросы найду, решай не словами, а делом. Это хоккей, это бой. Бей шайбу с верту, это удар твой. Если даже нас осталось в поле трое, не проиграем эту битву по-любому. Это хоккей, это бой. Чаще используй прием силовой. Мы проходили и пройдем победным боем. Отвечаю, команда станет чемпионом. Команда станет чемпионом. Это хоккей, это хоккей, гол, это бой, гол, гол, гол. Бей шайбу с лету, забей гол. Шайбу, шайбу. Шайбу, шайбу. Это хоккей, это бой. Бей шайбу с лету, это удар твой. Если даже нас осталось в поле трое, не проиграем эту битву по-любому. Это хоккей.